Привет, друзья! Я, как всегда, иду навстречу гостям, которые у меня бывают. А у меня был в прошлый раз друг Александр Многолетний, который говорил об эзотерике, а я говорил о научном подходе. И вот этот разговор всем стал интересен, и было много там комментов, почему я не давал сказать все, что человек думает. Я всегда говорю, пожалуйста, если вам это интересно, я, конечно, даю такую возможность, и поэтому предлагаю Александру выйти еще раз и буду нем, как рыба, пусть говорит все, что считает нужным. Получайте удовольствие, пожалуйста. Да, это будет через день-два. А сейчас я готовлю вебинар. Сейчас мы с Шейлой будем проводить вебинар 2 марта в 20 часов. Техника ключевой уверенности для освобождения от разрушительного чувства вины и комплексов. Включение генетического потенциала. Дело в том, что если вообще освободить человека от чувства вины и комплексов, он будет бессовестный, наверное. А вот есть навязчивое, разрушительное чувство вины и комплексов, именно от этого освободить, именно дать технику, с помощью которой человек почувствует себя уверенным абсолютно, и это гнетущее чувство, которое над ним всегда висело, ведь это происходит и сознательно, и бессознательно. У меня тоже есть чувство вины, например, перед своими детьми, что я не так много уделял им времени, сколько было нужно, часто летал в командировки. И вот я недавно Шейле говорю, слушай, я так себя чувствую виноватым, это мне не дает покоя, я иногда вот и сплю из-за этого плохо, потому что я вот улечу в командировку надолго куда-нибудь, потом приезжаю, у вас свои проблемы у детей там, у мамы, у вас, а я вот в командировках, вот чувствую. Она мне говорит, папа, ну ты не терзайся ты так, я даже и не думала, что ты так волнуешься из-за этого. Я говорю, вот годы проходят, а я все больше и больше волнуюсь, потому что вспоминаю это состояние. Она говорит, я тебе разрешаю не волноваться. Да, и мне легче стало, и я стал вопросы все другие лучше решать. Потому что освободился от этого гнетущего чувства. Так вот, такие разрушительные чувства у нас есть. Бывают. И сознательно, и бессознательно. И вебинар у нас будет с Шейлой. Именно там будет техника ключевой уверенности для освобождения от разрушительного чувства вины и комплексов. Включение генетического потенциала. Друзья, это на все случаи жизни. Потому что если вы абсолютно уверены, что какой-то вопрос решается, вы тем самым открываете блоки, которые вот эти вот некие ложные убеждения или что-то такое, что вопрос может быть не решится, вот эту неуверенность. Поэтому помните, говорили, горошинку истинной веры, и ты можешь горы сдвигать. Но с другой стороны говорили, если гора не пошла к Мухаммеду, Мухаммед пошел к горе. Ну вот это же подбирать себе нужно. В одном случае так, в одном случае так. А вот так, чтобы сознание было таким свободным, чтобы ты мог и подбирать правильно, и решать правильно, а не только верить в то, что недостижимо, а понимать, что достижимо, и отличать одно от другого. То есть быть мудрым и добиваться цели. А вы знаете, как много у нас нерешаемых вопросов только потому, что мы бессознательно не верим в их решаемость. Да, на этом построено, собственно говоря, обучение изобретательского мышления. Когда человек научается верить, что задача решаемая, открывается потенциал генетически заложенный, потенциал Творца. Друзья, это будет здорово. До встречи.